Дом на подпорках начал рушиться. В редакцию новостей в очередной раз обратились жильцы общежития по улице Перегонной, 5. Не так давно в доме рухнула колонна. Она, в общем, вот здесь все осыпалось вот так тут. И вот это место тоже осыпалось. И, ну, с годами все осыпается. И вот ремонта здесь, как бы, общежитие давно не видела уже. Беспокойство жильцов эта колонна вызывала уже давно. Так она выглядела до обрушения. Но приводить ее в порядок не посчитали нужным. Колонна обвалилась, а в обрушении обвинили самих жильцов. Дело мастерица, она говорит, такая дыра сначала была. Говорит, я это попробовала, оно крепко было, это самое, не могло разрушиться само. Это вы сами сделали, и все. И приходила тут комиссия, и она тут распиралась то, что мы это самое, это все делаем сами. Между тем, недавно суд обязал межведомственную комиссию признать дом аварийным. Но, как говорят жильцы, даже если это произойдет, жить здесь до расселения они боятся. Вот, посмотрите, у нас тоже тут трещина. Вот бабушку какую-нибудь убьет, и потом не найдешь крайних. Рухнувшую колонну уже отремонтировали, но теперь местные жители с опаской ждут, когда в их доме рухнет балкон и обрушится потолок. Может быть, тогда решение их проблемы ускорится. Елена Давыдова при содействии ors.ru. Новости дня.